Ой, ничего, да. Ем еще такие кусочки, как мама. Чего такие идеи? Угу. А теперь стоп. А теперь надо, да, обратной стороной. Все, готовый блинчик, да? Все, хватит, а то не поместится в сковородку твою. Не похоже на блинчик. Нет, еще один. Это не похоже на блинчик. А то с мягкого у меня не получается. А зато после этих яиц, когда мы печем все туда, я знаю, из яички и повяжу на них яблочки. Яблочки? Да, мама научит. Не мешают мне. Ничего, работает. Помнишь, как я говорила? Сначала немножко прижать нужно. Все, теперь чуть-чуть сюда, туда, в разные стороны, да? Качалочкой. Видишь, как хорошо. Ой, у тебя блин горит. Блин! Надо уже ложить его. Вот твоя лопаточка. Стоп, стоп, стоп. Как будто это проводки. Сейчас вдевают. Сейчас пинчики не готовы. Коза. Чуть-чуть. Свет не похож. У нас фиолетовые блины. А это не похоже. Похоже. Ой. Зачем ты дуешь на него? Он сгорел. Сгорел? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Тебе у нас... Подай мне... Ничего. Можно, знаешь, какой лопаткой? Вот этой брать. Угу. Не хочешь попробовать? Хочу. Ты можешь вот так вот поддеть его, смотри. Держи-ка сковородочку, держи. Вот так вот. Вот, видишь, угу. Отделяется. И теперь тебе нужна тарелочка. Ложи на тарелочку блинчик и варенье. Какой красивый блинчик. И кого ты кормить собралась? Людей. Каких? Которые не приехали. Блинчик. Ты моя хозяюшка, да? Это поясни, только сюда, сюда, то не мешай. Ну ладненько, работай. А я помою потом, где еще варенье.